Все профессии важны. Автослесарь и механик в том числе. Такие специалисты на вес золота. Самостоятельно отремонтировать свой автомобиль или тяжелую технику под силу не каждому водителю. Оно и не нужно, ведь за дело могут взяться настоящие профессионалы. Например, сотрудники компании Motors. Им, кстати, есть что рассказать, ведь их предприятие стало победителем конкурса «Тюменская марка». Трактор, городской грузовичок и магистральный тягач. Неприметный ангар знают многие владельцы тяжелой техники в Тюмени. Компания Motors появилась в 2006 году и ставку сразу сделали на клиентов с небольшим автопарком. У которых один автомобиль или два. Или вообще они на аренде сидят. Или небольшие вот эти СТО, которые тоже нуждаются в наших услугах. И они не готовы ждать по 2-3 недели, когда им отшлифуют тот же вал. Они приходят к нам, потому что мы им поможем. Основное направление деятельности – диагностика и ремонт топливных систем дизельных двигателей. Оборудование для проверки – самое современное. Аппарат может с точностью до сотой доли миллиграмма определить количество солярки, проходящей через форсунку. 4 режима. Проверка максимальной оборотов, предпрыска средних и холостых. На выявление, да. Работоспособности форсунки из-за топлива, из-за фильтров часто не меняют и происходит неисправность. Еще одно направление деятельности – ремонт самих двигателей. Тут уже услугами компании пользуются не только клиенты-частники, но и другие станции техобслуживания. Расточка блоков цилиндров как на грузовые, так и на легковые автомобили, шлифовка и балансировка валов. Клиенты особенно ценят этих специалистов, когда сроки, что называется, горят. Потому что быстро, качественно, всегда дают вменяемые рекомендации касательно возникновения проблемы, путей устранения этой проблемы, плюс быстро. В планах у компании расширение производства. Рядом с основным ангаром выкуплен участок земли, где будет открыта еще одна мастерская. А значит, больше обращений, больше довольных клиентов.